вряд ли когда-нибудь снова я встану на лыжи. Это травма детства, мне кажется, моего. Лыжи – вот это точно не мое. Вообще не нравится. Это очень сложный вопрос, и вроде в задумках тренера, но тренер тяжело вроде. А что-то еще? Ну, хотелось бы заняться каким-нибудь бизнесом, но пока это все в стороне. Побольше еды, пички самое главное, и нож. Наверное, Инстаграм. Ну, конечно, есть. Наверное, самая большая слабость, то, что я быстро могу вспылиться и могу накричать и тут же успокоиться. Ой. Лучших, наверное, немного, но друзей много. Через 10 лет, ну, надеюсь, что у меня будет семья. И надеюсь, я буду все свое дальнейшее время все равно предпочитать больше времени проводить с хоккеем. Даже если не на профессиональном уровне, то вот так, хотя бы буду где-то что-то. Идеальный день – это когда высыпаешься, просыпаешься, ну, где-то в 12, в час, пообедаешь, сходишь с родными погулять, там, куда-то развлечься и, наверное, лечь спать. Вот это будет самый идеальный день с семьей. Все. Наверное, когда я встала первый раз на коньки. Было очень страшно. И это были не хоккейные, а фигурные коньки. И, наверное, вот это самое было яркое воспоминание, когда я падала каждые 5 метров. А проверенные годами лучшие друзья. А счастье – это когда все родные, близкие, здоровы. Как бы у всех все хорошо и все довольны. Всем. Боюсь, наверное, смерти. Ну, вот родных. А все остальное не страшно. Играть в хоккей как кто-нибудь из КХЛ. Возьмущим. Вот это было бы еще самое идеальное. Быстро, и эмоций очень много положительных бывает и отрицательных, это все быстро переходит, и как бы вот это все заводит, то что нас, я не одна, и нас много, и мы все можем радоваться, ну, этому делу, вот.